Мировую экономику может ожидать повторение кризисов 98 и 2008 годов. К таким неутешительным выводам пришли американские экономисты. Что может стать причиной очередного коллапса? Коснется ли он Украины и как людям защитить свои деньги? Об этом далее в нашем материале. Замедление роста экономик развивающихся стран, сокращение мировых рынков и, наоборот, чересчур высокие темпы развития в США – все это может послужить началом очередного крупного финансового кризиса, как, например, 97 и 2007 года, прогнозируют экономисты Bank of America. Тогда, в 97-м, все началось с обесценивания тайской валюты. Мигом посыпались акции крупнейших фирм Малайзии, Южной Кореи и Японии. В считанные часы мировая экономика потеряла триллионы, а кризис разросся на весь мир. В 2007-м очередной финансовый пузырь лопнул уже в другой части света. В США разразился ипотечный кризис. Из-за обвала рынка ценных бумаг десятки тысяч американцев остались без жилья и работы. Причиной коллапса тогда назвали мошенничество со стороны крупнейших американских корпораций. Десятки топ-менеджеров оказались за решеткой. Сегодня, 11 лет спустя, устрашающим прогнозам своих коллег здесь, в Вашингтоне, верят слабо. Кит Ростен, юрист, занимающийся крупными инвестициями, уверяет, с тех пор бизнесмены и власти вынесли много ценных уроков. В те годы рынок плохо регулировался. Кто угодно мог дать оценку, скажем, вашему дому, написав, что он стоит несколько раз дороже. Потом вышли в банк и брали там на основе этих бумаг кредит. Однако сегодня это невозможно. Попытаешься обмануть, сразу сядешь в тюрьму. Ведь теперь банки проверяют все операции с залоговым имуществом вплоть до последних 150 лет. Украинской экономике новый кризис не грозит, уверяют экономисты. За последние 5 лет наша банковская система уже и так прошла серьезную чистку. 90 банков стали банкротами. Многие по вине нечестных акционеров и заемщиков. Однако государство свои обещания по защите вкладчиков выполнило. Более 2 миллионов украинцев смогли вернуть свои депозиты через фонд гарантирования вкладов. Начиная с 2013-го здесь выплатили вкладчикам более 88 миллиардов гривен. Вклады каждого украинца защищены надежно, говорит замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик. Однако перед тем, как отдавать деньги банку, советуют все внимательно проверить. Варто зробити 4 речі. Річ перша. Все-таки, якщо сума перевищує граничний розмір відшкодування, на даний момент це 200 тисяч гривень, потенційно він може збільшуватися, але зараз це 200 тисяч, і саме 200 тисяч, то якщо розмір вкладу перевищує цю суму значно, все-таки працювати з кількома банками. Друга рекомендація. Не майте справу з банками, які пропонують неринкові, відверто неринкові умови. Третє. Якщо вже ви обираєте відповідний вид вкладу, якийсь депозитний продукт в банку, просто переконайтеся, що він гарантується. Ну і четверта така рекомендація. Все, уважно читайте документи, які підписуєте. К примеру, не гарантируются вклады в банковских металлах, депозитные сертификаты на предъявителя или депозиты, которые являются залогами по кредиту. Исчерпывающий перечень таких вкладов есть в законе. Но самое главное – внимательно читать договор, советуют в фонде. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.